Почему я выбрал ислам? Я выбрал ислам, потому что он насчитывает более 1,5 миллиарда верующих. Потому что все больше и больше христиан переходит в ислам. Потому что мусульманские женщины не убивают своих детей. Нет, не то. Христиан 2,5 миллиарда. Еще больше мусульман переходит в христианство. Настоящие христианки тоже не убивают своих детей. О, я выбрал ислам, потому что в Коране сказано 5.46, что Евангелие и Тора – это свет, наставление в пути истинным и увещание к богобоязненным. Поэтому, как в прошлом году я выбрал для углубленного изучения Достоевского, так и в этом я выбираю для углубленного изучения ислам, чтобы показать нашим дорогим мусульманам, что Евангелие – это действительно свет, и это действительно путь истинный.